Приора, крылышко подраненное. Вот она, вмятина. Кромка замят, кант. И здесь чуханута. Что-то надо делать. Вот эта часть прям хорошо здесь заломлена. Вот. Ну и вот это место. В общем, чуханулись хорошо. Попытаемся это дело поправить. Ну вот, пытаемся дергать потихоньку. Ну вот. Вот отсюда уже, вот сюда заломчик шел, он подправился. Осталось вот и вот. Залом был вот отсюда. То есть уже что-то начинает получаться. Теперь надо убирать рубец на канту. Я занимаюсь клеем, потому что как бы нечем, и крыло здесь на одном болтике держится, и опереться особо не на что. Ну вот. Валерий, вот я сколько лет вас знаю, все время поражаюсь, вы как партизан. Ни слова вашей вокальной корни. А вот оно, шкантик. Иван Иванович, даже не начинайте, обижусь. Молчу. Хорошо. Но с одним условием. Если вы все-таки расскажете, почему это вы не пошли на последний экзамен по вокалу? Ну вот, если с аркой более-менее все получилось, и с этим заломом, то вот здесь еще предстоит побороться. Ну вот тут такая красота получается. Вот пытаемся мы дергаться клеем. Посмотрим, что из этого получится. Что? Вот видно. Чуть-чуть я перетянул. Но в целом дело пошло. Сейчас пробиваем и вперед. До сюда. Ну вот что получается. Чуть я перетянул. Надо пробивать, все получается. Перетяги, блин, получаются. И это нехорошо. Ну ничего, будем учиться забивать.
этот косячок сейчас надо доработать на кончике крыла. Вот эти вмятинки еще надо поднимать. Получается в итоге это царапушка. Тоже царапина. Остальное все более-менее ровно. Вот так примерно выглядит.